Приветствую. С вами Евгений Лебедь. Сегодня поговорим о одном из важных вопросов. Это виды и типы оплат, которые бывают в грузоперевозках. Как правило, новички спрашивают, какие они бывают, как с этим работать. Поэтому сегодня пройдемся по основным пунктам. В первую очередь, это, конечно же, валютный безнал. Когда международные компании, не находящиеся на территории вашей страны, платят вам безнальную форму в евро, в долларах, в рублях или другой валюте международной. Второй момент, это, конечно же, оплата безнальная. Внутри вашей страны этот платеж может быть или без НДС, или включая НДС. Помимо этого, бывают варианты, связанные с комбинированной оплатой, когда есть сумма фрахта, и она делится, половина, часть или треть, в зависимости от ваших договорных условий, уже идет в безнальной форме или в удобной форме, так называемой наличной. И последний пункт, это оплата формой номер 2. Можно называть ее наличной, договорной. Это уже очень индивидуальная форма оплаты, поэтому договариваться непосредственно с заказчиком. Это основные виды оплат, которые есть в грузоперевозках.